Всем добрый день, друзья, всем большой салам. Наконец-то зима у нас решила отступить. Это значит, что нас ждет весна. А весна — это шашлыки, природа и хорошее настроение. Ну а сегодня мы приготовим вот такие вот бараньи ребра. Готовить мы будем их в казане. Я уже убрал все лишние жиры, все вот эти пленки я убрал. Осталось их только поделить на ребрышки и начать готовить. Кости маленькие, без особых проблем режутся ножом. Мясо порезали вот на такие примерные порционные куски. Вот это можно еще порезать. Теперь вот это мясо нам нужно поперчить. Также мы наше мясо посолим хорошенько. Все перемешаем. И для вкуса мы еще добавим немножко зиры. Так, и теперь вот это мясо мы хорошенько перемешаем. Повтираем вот эти специи в наше мясо. Так, друзья, жарить я буду вот на таком жире. Это у меня бараний жир, не курдюк. Это вот именно жир, который я срезал с самих ребрышек. Из них получится отличное масло. Нам также понадобится чеснок. Мы его резать не будем, крошить не будем, мы его просто вот так раздавим. Целиком мы его добавим в масло и потом будем доставать уже. Масло вытопили из жира. Теперь вот эти шкварки мы просто убираем. Их тоже можно кушать, но это уже кому как. В это масло мы еще добавим сливочное масло. Так будет намного вкуснее. Мы добавили чеснок. Сейчас чеснок чуть прожарится, отдаст свой аромат. И уже будем доставать этот чеснок обратно. Также для предварительного аромата мы закидываем вот такие относительно крупные куски лука. Вот теперь у нас идеальный аромат в казане. Так, добавляем мясо.
Мясо чуть поджарилось. Теперь добавляем лук. Мы его лучше вот так разделим руками. Вот сейчас пойдет настоящий аромат. Крышку мы закрывали минут на 5, чтобы чуть-чуть мясо притушилось. Ну а теперь мы будем добавлять еще один продукт. Это картошка. Я нарезал ее не особо крупно, ну и не особо мелко. Я немного подкинул дров, добавил огня, чтобы картошка у нас тоже чуть-чуть припечаталась. Так, крышку пока что закрываем. Сейчас мы огонь убавим и оставим тушиться на некоторое время. Воду я добавлять не буду для тушения, потому что сока от лука нам будет вполне достаточно. В Розамбике, Жамалове. Смотрим, друзья. Жамалов против Седакова. Тут, в принципе, все готово уже. Еще добавим болгарский перец для аромата. И посыпем зеленью. И все у нас будет отлично. Так, закроем еще минут на 5-7 и будем уже доставать, пробовать. Ну все, готово, будем пробовать. Итак, друзья, у нас все готово. Блюдо у нас получилось очень красивое. И насколько оно красивое, настолько оно и вкусное. Я, конечно же, попробовал до съемок, я не удержался. Еще раз попробую с удовольствием. Очень вкусно. Я всем вам рекомендую вот по этому же рецепту приготовить вот такое блюдо. И только тогда вы поймете, насколько это вкусно. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам. До новых встреч.